душа томилась в преисподней, хоть праведником он по жизни был, ни словом никому не делал больно, а только всех жалел и всех любил. Но вот настал момент освобождения, когда Иисус распятый в ад сошел, и кающихся всех без исключения, освободив от уз, с собой увел. Но праведник печалился немного, хоть радости весь лик его сиял. Родная мать не каялась пред Богом, и Бог ее с собой в рай не взял. И, подойдя к его престолу робко, у Господа за мать он попросил. Но Бог сказал: не место, сын мой добрый, в раю тому, кто лишь себя любил. Но праведник мучения ада помня, и всей своей душой жалея мать, взывая к милосердию упорно, стал о ее спасении умолять. Ну хорошо, Господь ему ответил: я дам ее душе последний шанс. И повелел он, чтобы ангел света спустился в преисподнюю тот час. И вот она за ангела схватилась и стала подниматься к небесам, а за нее другие уцепились. И нам последний шанс, и нам, и нам. Не в силах скрыть, как было ей досадно, она других пыталась оттолкнуть, и падали с проклятиями обратно в бесовский мрак дьявольскую жуть. Чем больше в ад людей она вернула, тем ангел тяжелее делал взмах. Но вот она последнего столкнула, и сил не стало в ангельских крылах, и падала под тяжестью греховной туда, откуда нет пути назад. Вот так же мы своею нелюбовью мастим себе подчас дорогу в ад. Но человек свободен от рождения, и коль сумеем мы стяжать любовь, появится надежда на спасение и вера в то, что будет с нами Бог. Появится надежда на спасение и вера в то, что будет с нами Бог, и вера в то,